так би мовити, чистокровний італієць. Небезпечно! Гол! Металург на рівному місці забиває цей м'яч. Металург забиває на рівному місці цей м'яч. Ну, от видите, какая с одной стороны несправедливость, да? А с другой стороны все равно заставили ошибиться игрока. Нет, мне кажется, что Морозюк забил Игнатьевич. Игнатьевич, так, Игнатьевич головой. Ну, то знаете, тут дело не в Игнатьевиче. Мне кажется, что Казаченко. Казаченко, да. А какая позиция у Казаченко? Стой в воротах, там идет опять борьба. Зачем выскакивать? Я думаю, что вот сегодня, конечно, то, что нет Постранского, вот это, наверное, один из моментов. Казаченко без игровой практики, его сложно винить.